Ну что, друзья, добрый день. Сегодня мы пробуем совершенно новые форматы, и поэтому в первую очередь хочу убедиться, что у нас все нормально с картинкой, со звуком, пожалуйста. Плюсаните. А теперь уже на YouTube-платформе. Слышите, видите и готовы ли к необычному новому опыту, к новому формату выхода в эфир. Все окей, слышно, видно меня, друзья? Да, слышно и видно. Замечательно. Сегодня мы пробуем совершенно новый для нас формат. Это прямой эфир с производства. Далеко не каждое производство соглашается на подобного рода эксперименты, поэтому TCI, наш производитель нового продукта, липосомального, в очередной раз, это LipoStickFit, продукт для контроля веса. Мы о нем отдельно поговорим. Просьба не путать, не мешать этот продукт, громче мне говорить, да, мешать этот наш эфир с вебинаром, посвященным запуску продукта. Нет, сегодня особенный формат. Мы сегодня показываем вам производство, где мы этот продукт производим, и мы подгадали таким образом тайминг, время, чтобы показать вам продукт непосредственно на линии, на производственной линии, и поэтому не будем долго рассусоливать, а начнем сразу с картинки на производстве, поэтому попрошу ребят включить нашу картинку. Тингью сегодня нам будет помогать организовывать наш эфир. Мы должны сейчас увидеть картинку. Картинка есть, отлично. И вот я даже с самого начала хотел обратить ваше внимание, что это производство, оно необычное. Вот что вы можете подумать, глядя на эту картинку? Ну, музей или библиотека. И вот именно так выглядит входная группа на завод TCI. Okay, thank you. Let's start. Да, и мы начинаем наше приключение, мы начинаем нашу прогулку по заводу. Посмотрите, здесь действительно есть библиотека, и эта библиотека, ей пользуются практиканты из большого количества медобразовательных учреждений, университетов, и они здесь проходят свою практику. Для этого созданы все условия, для этого здесь есть также библиотека. Так, отлично. И мы подходим к центральному холлу. Центральный холл. Вот вы можете представить себе, что производственная фабрика, линия, вот производство может выглядеть вот таким вот образом. Здесь мы видим столы и стулья, где можно взять книжку и почитать. Но нас интересуют две лаборатории. Лаборатория первая, к которой мы приближаемся, это лаборатория, которая находится прямо непосредственно здесь, в этом холле. Это лаборатория по созданию растительных стволовых клеток, друзья. И вы видите сейчас эти все растения, и вы видите сейчас даже вот наши коллеги показывают вам, как выглядит создание этих стволовых клеток. Мы не можем зайти внутрь, потому что там создается свой микроклимат особенный, имитируется дневной свет, влажность поддерживается не более 60%, и температура около 25 градусов. Здесь мы видим около 100 редких растений, которые используются для создания стволовых клеток растительных. Что такое стволовые клетки? Думаю, многие из вас знают, они обладают уникальной способностью и могут превращаться в клетки различных органов и систем. И поэтому при повреждении определенной ткани они могут, могут ее принимать участие в возобновлении, в регенерации, в регенерационном процессе.
Также стоит упомянуть в данном случае, наверное, про глубинный анализ биоданных. Дело в том, что именно на этом производстве есть платформа по глубинному анализу биоданных, которая действует при помощи искусственного интеллекта AI и позволяет автоматически анализировать соединения, компоненты, которые содержатся в экстрактах, и на генетическом уровне определять, проверять в масштабном, быстром виде многочисленные комбинации одновременно. И я расскажу вам, ну, секрет, я не знаю, насколько это секрет, не секрет. Эта платформа на этом производстве использовалась для того, чтобы обеспечить быстрое и эффективное тестирование на COVID-19, актуальная сегодня тема. Окей? Все, меня слышно и видно. Я тут заговорился пока, а мы приближаемся к следующей лаборатории. Для меня она особенную важную роль играет, потому что именно в этой лаборатории создаются образцы продукции. Дело в том, что до того, как продукт пустить в серийное производство, его нужно много тестировать по разным совершенно формате. И данная лаборатория позволяет нам создавать образцы, имеющие характеристики, полностью совпадающие с характеристиками серийного продукта. Это очень важно, и мы этот продукт уже можем отдавать на сертификацию. Мы этот можем продукт пробовать и полностью быть уверенными, что тот продукт, который вы попробуете, конечный уже финишный продукт, он будет полностью на 100% соответствовать тому, с чем мы работаем, с теми тестами, сэмплами, которыми мы работаем. Также здесь проводятся тесты на стабильность. Нам необходимо проверить, насколько стабилен может быть та или иная формула, тот или иной продукт. И в данном случае они проводятся. Здесь есть специальное оборудование, дорогостоящее оборудование. Оборудование все было закуплено. Все, что вы здесь видите, это японское оборудование в основном. Вплоть до стекла, из которого сделаны вот эти перегородки. Все закупалось и создавалось в Японии по последнему слову техники. Да, а также те люди, которых вы видели в лаборатории, которые сидели там, они участвуют в формулировании, в создании этих формул, опять же, при помощи системы глубинного анализа биоданных. Используется искусственный интеллект, используются возможности процессоров сегодняшних. То есть вот скородействие, возможность одновременно перебирать большое количество комбинаций, что, безусловно, очень важно для нас, для того, чтобы мы нашли безопасную, эффективную формулу. Но мы двигаемся дальше. Сейчас мы поедем в другое здание, где расположена непосредственно производственная линия. И это займет у Тингью 3-4 минуты. So, Tingyu, we can move to another building. Thank you very much. Ну, посмотрите, какая красота. Да, мы двигаемся к другому зданию, и в это время я хочу воспользоваться этим временем, чтобы показать вам, рассказать немножко общей информации, дать о производстве. Вот так оно выглядит. Если мы говорим про непосредственно производство жидких напитков, желе и вот жидкости в сашетах, собственно, форма выпуска нашего продукта LipoStickFit, то вот эта фабрика, она занимает площадь 10 тысяч квадратных метров и имеет производительность 10, более 10 миллионов сашей в месяц. Нас вполне эта производительность устраивает. Вы обратили внимание, можно предыдущий слайд, обратили внимание на вот эту вот установку солнечной батареи, и вот следующий слайд, он показывает ее с более крупного ракурса. Более 70% энергии, которая используется на производстве, это возобновляемая солнечная энергия. И компания TCI является частью инициативы RE100. Кстати, туда входят, ну, самые продвинутые компании нашего мира, которые обещают к 2030 году на 100%, то бишь полностью перейти на возобновляемую энергию. Но повторюсь,
уже сегодня более 70% энергии, которая используется для производства продуктов TCI, это возобновляемая солнечная энергия. Но мы еще увидим систему мониторинга, можем уже потихоньку, наверное, переключаться. Да, давайте переключаться со слайдов на картинку, потому что мы уже приехали к следующему зданию, и мы входим в здание. Да, посмотрите, какая частота. И с погодой там все нормально на Тайване сейчас. Да, вот она, входная группа. И мы видим холл второго здания. И сейчас мы вам покажем систему мониторинга. Я вам говорил про возобновляемую энергию. Здесь уже можно видеть непосредственно цифры, вот, которые в режиме в реальном времени обновляются по количеству энергии, вырабатываемой солнечной, а также уменьшению углеродного следа. Вот такая вот красота. И далее мы движемся с вами непосредственно в производственную часть. Okay, thank you very much. Let's move on to the production line. Да, здесь вы видите глобус. Это компания действительно глобального масштаба. Большое количество стран поставляет свою продукцию. И этот завод еще уникален тем, что здесь производство спроектировано таким образом, чтобы любое помещение производственное можно было как музей посмотреть сверху, не заходя, потому что ну, вот, не так просто попасть туда непосредственно на производственную линию. И сегодня мы для нас сделали большое исключение, что мы туда, собственно, с камерой зашли. Вот. Поэтому спроектировано все таким образом, чтобы люди, приехав на производство, могли как в музей все это увидеть и посмотреть. На что я намекаю, на что, что может быть. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы с вами сюда, друзья, приедем в рамках, может быть, очередного лидерского, как они называются, мастерские каникулы, да. Вот, так что у вас есть очередная мотивация. Да. Посмотрите, как используется правильно пространство, сколько воздуха и как вообще спроектирован этот завод. Действительно, завод будущего, потому что я много посещаю производств в Европе, в Америке, в Японии. И могу сказать, что вот такого уровня, ну, мало где можно увидеть такой уровень, честно. И мы уже очень близко к той самой линии, которая была создана, кастомизирована, то есть специально для TCI, использовалось японское оборудование, полностью автоматизированная линия. Тут нам нужно спуститься. Я вам говорил, что мониторинг проводится сверху, то есть производственная часть, она в нижнем находится как бы на нижнем уровне. И, то есть сверху есть окошки, то есть можно всегда посмотреть и увидеть, что там, собственно, происходит. Но мы пошли дальше, мы покажем вам сейчас очень скоро, как продукт появляется на линии. Итак, вот она, это очень дорогая кастомизированная установка, благодаря которой происходит полностью автоматическое наполнение продукта сашет. У нее 6 рядов, она у нас шестирядная, и это позволяет достаточно быстро и эффективно производить большое количество, 10 миллионов сашетов в месяц. Вот они выходят, и это не что иное, как сашеты с продуктом LipoStick Fit, друзья. Историческое событие, вы видите это в прямом эфире, не в записи. Это реальный продукт, который производится на заводе. Ну, посмотрите, какая красота.
Да, который производится на заводе максимально соответствующим в представлению о современном производстве. Говоря о контроле качества, мы говорим о том, что это производство имеет все мыслимые сертификаты качества GMP, HACCP, ISO и поддерживает требования всех стран, поэтому с точки зрения сертификации, с точки зрения качества, конечно, в данном случае все на высочайшем уровне. Эти боксы, которые стоят на оборудовании, позволяют обеспечить полную безопасность процесса упаковки, и также сборка коробок происходит автоматически, и уже непосредственно наносится лот и дата производства. Второй заказ мы решили сделать тоже необычную вещь. На каждый липостик мы нанесли QR-код, и у нас будет особенная кампания. То есть у вас еще будет возможность получить определенные какие-то призы, просто потому что вам повезло, и вы считали с QR-кода сашета вот, в определенном формате. Ну, мы об этом еще попозже поговорим. Еще раз смотрим на производственную часть. Да, и потихоньку выходим к свету. Вот все, что мы могли сегодня показать, и я бы хотел поблагодарить Тинью. Тинью, thank you very much. It's been a real pleasure to see your manufacturing sports. It's really high, top-notch. It's really state-of-the-art building, and I never forget my first impression. Спасибо большое, спасибо огромное. Я никогда не забуду свое первое впечатление. Обязательно вернусь сюда еще. И желательно с вами, дорогие друзья. Здорово, что у нас появляется возможность такие вот новые форматы пробовать с нашими партнерами, с нашими коллегами. А Тинью держит в руках уже тот самый продукт, который ждет вас в скором времени. Продукт, повторюсь, для контроля веса. Thank you very much. Thanks once again. And we're leaving you right now. Так, я бы хотел Thank you, Тинью. It's been a pleasure. Thank you so much. And have a great day. А у ребят там уже вечер, потому что у нас, получается, они живут в Плюсе. Вот, поэтому уже 5 часов, по-моему, вечера, да, в Таиланде. Хорошо. И, друзья, давайте слайды мы еще покажем по технологии, потому что, ну, я не могу не рассказать про две технологии, которые используются только на этом производстве и только на этом, в этой компании, правильнее сказать. Технология Double Nutri это, в общем, липосомирование. Уже знакомая вам история, мы про это много рассказывали. Но в данном случае есть двойная направленность у технологии Double Nutri, потому что нужно определенным образом эмульгировать растительный компонент с одной стороны, с другой стороны инкапсулировать его в липосому. И в данном случае есть двойная направленность, когда компания использует двухступенчатый процесс, таким образом достигается повышенная биодоступность. В случае с продуктом LipoStick Fit в одной капле продукта, и мы показываем эту цифру, 1 триллион липосом, друзья. И именно это обеспечивает ту эффективность, которую, я надеюсь, в ближайшее время мы все с вами почувствуем. Пришло, настало то время, засиделись по домам. Вот, поэтому мы продолжаем сидеть дома, но во всяком случае у нас есть продукт, появился продукт, который поможет нам быть более здоровыми, более в форме находиться. Окей, и вторая технология, которая используется компанией TCI, это технология Synergin, которая позволяет искать самую мощную синергичную формулу
из запатентованных компонентов. Вначале я упомянул вот эту вот платформу майнинга, глубинного анализа биоданных, которые они используют, которые совместно с тайваньским центром по противодействию эпидемиям, по профилактике вирусов они использовали для того, чтобы скрининг делать вируса и общую, как сказать, capacity, общую возможность проводить скрининг, они на всем Тайване они увеличили за счет вот этой системы на 30%, друзья, на 30%. Это только благодаря технологии TCI, только благодаря тем технологиям, которые используются на этом производстве. И вот Synergine позволяет искать синергию компонентов, а там, где эта синергия, например, она скомпрометирована, и мы можем видеть следующий слайд. Дело в том, что в нашем продукте используется как цитрусовый, так и чай. И то антиоксиданты, мощные антиоксиданты. И в принципе у них есть антагонистический эффект. Но благодаря использованию как Double Nutri, так и Synergine, эта технология позволила совместить нам данные компоненты в продукте Lipastic Fit и таким образом, чтобы они действовали в синергии, не было антагонизма. Все работало для того, чтобы форма была максимально эффективной, друзья. И, собственно, вот все, что мы хотели сказать сегодня. Эфир получился очень коротким, но я надеюсь, что запоминающимся, я надеюсь, что все прошло настолько, насколько может быть хорошо, с учетом всех нюансов и технологий. Я очень надеюсь, что мы продолжим эту практику. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы вместе с вами съездим обязательно и воочию убедимся в том, какие технологии компания Coral Club совместно со своими партнерами приносит в этот мир и дарит продукты, создает такие продукты, которые действительно несут какую-то пользу, добро и здоровье, самое главное, в этот мир. Спасибо большое, друзья. Увидимся с вами на вебинаре, посвященном Липостику, где я уже подробно расскажу, какие компоненты, какое действие, кому, как, зачем и почему, отвечу на все ваши вопросы. Увидимся скоро. Ждите нового эфира и будьте здоровы.